Давайте ми розпочнемо з такого дещо резонансного рішення, хоча, як на мене, воно видається дещо популістичним. Це рішення сьогоднішнього РНБО. Президент його оголосив, записав відео, як завжди у своєму такому форматі, про те, що звільняють усіх обласних воєнкомів українських і на їхні місця мають призначити бойових офіцерів. Як ви поставилися до цього рішення? Ну, если посмотреть чуть глобальнее, вопрос в самой системе. Дело в том, что меняй, не меняй военкомов, здесь, наверное, все-таки не решить проблему основную. А мотивации профпригодности, это же основная проблема. У нас в армии как раз эта проблема, а не то, что военкомы там выполняют или не выполняют за свою задачу, или там коррупция. Коррупция всегда появляется там, где есть база для коррупции. А база как раз у военкомов сейчас с введением военного положения однозначно появилась. И сама эта система, которая была запущена, вот эта военкоматовая и система призыва, она и стартово изначально была выполнена как одна из схем. Допустим, сначала придумана общая система набора военнослужащих, практически такой концлагерь, я бы его так назвал. Ну а дальше уже режим шлагбаума или открывание дверей из этого концлагеря. Вышел, заплатил, вернее, заплатил, вышел, не заплатил, не вышел. И дальше эта вся схема, она работала на определенные коррупционные потоки. Вопрос в том, куда эти потоки вели. То есть хорошо убрали, допустим, военкомов, а кто эту схему наладил? Кто, допустим, был бенефициаром этой всей темы, пока не видно, не слышно. Ну, может быть, контрразведка Малюка сейчас отработает и еще покажет на свет Божий, она в последнее время довольно-таки неплохо начала работать, покажет на свет Божий тех людей или ту группу людей, которые саму схему придумали. Это общая схема, то есть закрыли границы в поперек нашей Конституции, то есть ввели определенную обязанность, повинность. Это не так делается. Ну вот сейчас покажу на нашем примере, допустим. Ну вот нет смысла, допустим, собирать по всей Украине мужчин для того, чтобы они стали летным составом. Стоит очередь поступить в летное училище, комиссия профпригодности, профкомиссия, которая определяет и отбирает только тех, которые могут выполнять боевые задачи или вообще, допустим, на истребителях летать. Это один из тысячи. Ну, разные генетические моменты в этом смысле есть. То есть вот такой подход должен быть. Мотивация, а дальше профпригодность. Мотивация, значит, нет мотивации. Раз у нас система принудительная сейчас, как оказалось, то значит нет мотивации, перевели в другой режим, надо вернуть режим мотивации сначала. Не получается, допустим, мотивация за землю, которую почему-то продали, я за землю уже сколько говорю, нельзя было ее продавать, это как раз мотивационный момент, который нельзя ни в коем случае было упускать в воюющей стране, взять и разрешить продажу земли. Ну а как объяснить людям, что они за землю воюют, если она в частной собственности? Ну то есть за свою землю... Ну, справедливості заради, то ж не вся земля в приватній власності, просто дали доступ для того, щоб купувати. А откуда вы знаете? У нас что, есть... Вы же не знаете, я не знаю, в чьей собственности сейчас наша земля. И кто хозяин нашей земли. Это большие вопросы. Єдине, я з вами, дорогі, тут погоджуюся в тому плані, що, от як кажуть, у нас дуже багато земель, які побрали в оренду, там, на 100 і на злишком років, а це, по суті, майже власність. Але якщо ви говорите про закон про відкриття ринку землі, ну, то, в принципі, ж її ніхто, якби, не скупив, там, не прийшов якийсь конгломерат, не скупив усю українську землю, правда? Є речі логічні, тобто, якщо нет логіки, то нельзя включить мотивацию как таковую, идеологию в том числе. Вот идеология зиждилась на, допустим, на защите своей земли, то есть земли государства, которая принадлежала народу. Это есть логика, это есть идеология. На ней можно строить определенные отношения с людьми.
А если логика рушится, если есть момент просто продажи как таковой земли, то этот механизм отпадает. Он отпадает как идеологическая составляющая. Вот и все. Вот, и даже если бы вообще никто их не покупал, и вся земля бы осталась до сих пор в госсобственности, сама идея продажи земли, она рушит саму логическую цепочку восприятия этой действительности как такой. То есть мы потеряли идеологическую составляющую, а ничего не предложили взамен. Если земля начинает продаваться, значит, здесь денежные отношения возникают. А раз это так, то значит такие же денежные отношения должны быть уже и у защитников этой земли, которая им не принадлежит. Но нельзя. Ну тут логика, тут я понял, тут логика есть. Ну, конечно, я же об этом и говорю. То есть раз это так, то не расскажешь человеку, у которого нет ни земли, ни дома, что он должен защищать свою землю и дом. Да у него его нет, ни одного, ни другого. А дальше это называется уже, раз хотите вы, допустим, перевести в полные капиталистические отношения, вопросов нет, тогда мотивация должна быть в чистом виде финансовая. $2000 в месяц, нет людей, $3000 в месяц, нет людей, $5000 в месяц. И вот тогда, когда начнут образовываться очереди из мотивированных, тогда включается механизм уже профпригодности. Из этих мотивированных нужно будет отобрать профпригодных для выполнения некоторых задач. Кто-то летает, кто-то танке выполняет свои задачи. Ну, то есть кто-то ходит по морю. Вот это так действует. И по-другому оно никак не работает. Потому я об этом и говорю. Сейчас нет смысла никакого менять руководителей системы, которая дала сбой, которую в конце концов взяли и разломали. Обратно ее уже не склеишь. Это как ваза. Если она разбилась, уже не склеите вы ее сейчас, тем более на полном ходу. Потому должна быть мотивация. А вот при мотивации, когда, допустим, у комбрига есть определенная финансовая подушка, и он, грубо скажу, ну для понимания, он покупает себе профессионалов. То есть он выставляет определенный лот для набора, показывает, сколько стоит работа. Это, кстати, один в один такая тема проведена в частных военных компаниях. Там же вопрос именно так и решен. То есть есть определенная мотивационная составляющая от 5 до 10 тысяч долларов в месяц, в зависимости от выполнения задач. Набираются люди, проходят определенную профкомиссию, причем жесточайшую профкомиссию. Я просто знаю, как это делается. Даже летчики, просто так сложилось, что мои сокурсники до сих пор на Су-25 выполняют кое-какие задачи в Африке. Не в ЧВК, в других ЧВК, но тем не менее такого же уровня. То есть жесточайшая профкомиссия, и вот тогда попадают люди, то есть мотивированные и профпригодные выполнять боевые задачи. А сейчас у нас этого нет. То есть надо вот разворачивать. Вагнера так же сам, Пригожин так собирает свою армию, то есть свою ЧВК. Да все ЧВК в мире так собираются. Да? Но у нас другого варианта-то просто нет. Ну а сейчас хорошо поменяли. Одних поменяли на других. Пусть они не будут выполнять, ну вернее, каких-то коррупционные моменты сейчас будут сняты на определенное время. Почему на определенное время? Потому что те люди, которые эту схему создавали, они ж никуда не делись. То есть они сейчас ее опять запустят, кто бы ни был человека, как говорится. Человека, которого нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие. Потому и некоторые моменты, если сама схема есть, она в конце концов схема коррупционная, а в конце концов она и станет дальше, она будет коррупционной. То есть надо саму схему менять. И вопросы, допустим, к тем же военкомам. Просто у меня очень много друзей военкомов. Ну, так, дозвольте, пане Роман, я тут таке уточнення зроблю. От дивіться, якби раптом так сталося, що от, не знаю, на Америку напали, ну чи там давайте на Німеччину погане, на Польщу напали, то що ви думаєте, вони би не ввели такої загальної військового зобов'язання на усіх чоловіків, не закрили б кордони і якось інакше би реагували? Ну це ті країни, про які ми там говоримо, що вони якби розвиваються, певно, швидше, ніж ми. А им это не надо делать. Дело в том, что закрытие кордонов, выключение экономической составляющей с работы в работе государства,
а это именно так и делается, определенный прессинг, он не дает результатов. Смысла же никакого нет. Я вот о чем хочу сказать. Смысл набрать 1000 человек, которые не хотят, это значит не мотивированы, и не могут воевать, это не профпригодные. Смысл тут 1000 загонять, отдавать им в руки оружие, это просто его похоронить. Похоронить 1000 и похоронить оружие. Так никто подходить не будет. Нет целесообразности в этом, кроме коррупционной составляющей. Больше ж ничего нет. То есть поляки и Европа, они по-другому будут действовать. У них армии специально подготовлены для того, чтобы до того, как возникнет вопрос там, вводить всеобщую повинность или как-то закрываться, у них армия это будет делать. И у них как раз армия высоко мотивирована, потому что там финансирование довольно-таки серьезное. Естественно, они воюют на F-16, на F-35, они на МиГ-29 с прошлого тысячелетия. Ну, я сейчас так касательно... Слушайте, ну ми в такій ситуації, які є, які ми опинилися, в якій нас завели неправильне керівництво, неправильне ставлення до армії. Тобто якось нам треба зараз, як то кажуть, цю історію розгрібати. От наші люди, наприклад, пишуть, глядачі. Я ж об этом говорю. Именно ее надо разгребать, только ее же разгребать надо, а сейчас мы ничего не делаем. Ну, это называется в борделе поменять девочек или кровать, а то толку бордель-то остался. Ну, в этом же вся задача. Я еще раз повторюсь, нет никакого смысла, а я даже больше скажу, негативно, допустим, собирать людей, которые не могут воевать и не хотят воевать по разным причинам, и им давать в руки леопард. 10 леопардов, 100 тысяч человек, 100 леопардов, ну и что только, они их угробят и все. За самолеты вообще молчу, куда человека, который не мотивирован и профнепригоден, самолет посадить? Да он, ну, во-первых, он его даже не запустит, не то, что там взлетит или что-то выполнит, он его даже не запустит, я больше скажу, у него даже не сядет правильно, потому что там надо еще правильно сесть, чтобы кресло не выстрелило. В катапультное. То есть очень много таких моментов, которые полностью были угроблены изначально стартово. Мотивационные моменты и профпригодность как таковая. А то, что надо делать из реалии, это просто надо сейчас перевести в другой режим, перевести в режим набора военнослужащих, отдать это все на поставить задачу комбригам, передать командирам бригад механизмы финансового заохочения, по-русски не знаю этого слова, и набирать в бригаду, комбриг может набрать в бригаду тех людей, которые он хочет видеть в своей бригаде. Грубо кажучи, вот. Ще більша децентралізація процесів. Конечно, ми говоримо там про рішення таких на місцях рішення так від там сержантів, що вони можуть на полі бою ухвалювати. А тут ви кажете на комбриги перевести такі. Однозначно. Ну це поламати дуже суттєву систему. Насправді, это да, это повністю эту корупційну схему поламати, і далі комбриги будуть самі вопроси рішати. Я більше скажу, сейчас комбриги это и делают, или а вот посмотрите, на білбордах везде висить третя штурмовая клітка. Да, от я, до речі, хочу сказати, третя штурмова бригада, вони ж від рекрутингові центри по всій Україні, Дніпро, Київ, Львів відкрили. І це зараз, за моїми даними, це вже на нинішній час найбільша бригада в Україні. Правильно, а зачем йому воєнкомат? Он йому мішає. Білецькому воєнкомат мішає, і вся система, которая вот эта отбора, и ему все равно приходится через военкоматы всех принимать, потому что там целый процесс. Ну, они пишут рекомендаційний лист, наскільки я знаю. Да, и это все. Ну, так это же коррупционная все равно составляющая, и временная тем более. Зачем это делать? Надо упрощать. Вот когда схемщики, почему, что такое схематоз? Когда рисуются хитро сделанные барыги и составляют какую-то схему, они ее усложняют. Усложняют для того, чтобы на разных перетоках снимать определенные финансовые составляющие, себе по карманам рассовывать. А вот когда упрощается схема, упрощается до невозможности, так сказать, вот тогда только она начинает работать, потому что она становится прозрачной, там нет, так сказать, тумана. Так сказать. Вот то, что сделал Белецкий, умница. Ну вот опять же, не надо изобретать колесо. Ну а что сделал Пригожин? Та же самая картина. То есть мешок денег и дальше набор лучших под мотивацию, финансовую мотивацию. Я же говорю, что сейчас, раз мы потеряли этот механизм продажи земли, это была конкретная диверсия. Вот это вот
тема по разрешению продажи земли, это была конкретная диверсия перед заходом российских войск, потому что сняли мотивационную составляющую, вот эту. И все. А вот дальше сейчас уже мы в такой ситуации. Это потом выправим. Понятно, следующее правительство вернет все в конституционное русло, запретит продажу земли, только аренду на хоть сколько лет, но дело аренды. Вот здесь всего лишь аренда и продажа, и тут же совсем два разных отношения к собственности государства как такового и его защите. Тем не менее. А сейчас остается одна только финансовая составляющая. И вот здесь это надо все передавать в руки тех, кто отвечает и кто руководит процессами. А это комбриги. Может быть, батальоны, то есть комбаты, но специализированные, имеется в виду усиленные батальоны, так называемые, которые потом вырастают в бригаду. Кстати, очень хорошая схема, как раз это нашим руководством военным, Залужным, запущена. У нас бригады заново не создаются на базах батальонов, то есть комбат показывает себя хорошим руководителем, за него люди, за ним идут, идет народ, и его делают комбригом, и его командиры рот становятся комбатами. Вот такой у нас сейчас рост идет, очень правильный и грамотный. И вот тройка очень хорошо показала этот весь механизм, и он уже понятен. Они сейчас с бригады в конце концов вырастут до серьезной силы, которая будет выполнять боевые задачи. Он же набирает к себе мотивированных и профпригодных, он же не берет, кого попало. То есть к нему люди идут, а не, допустим, не принуждаются через систему военкоматов. Поэтому, как я отношусь к действию, которое, в принципе, это примерно как относиться к действию, ну, по восстановлению какой-нибудь копейки советского ВАЗа, там, 40-летней. Да никак, ее на металлолом надо сдать. Вот тут та же самая картина. Ну, дивіться, от нас є глядачі, тому що це, зрозуміло, це гостре питання, і от воно цікавить багатьох, якраз люди пишуть. До прикладу, глядач Counter-Strike. Так нет уже добровольцев. Кто хотел, уже давно воюет. Приходится вылавливать на улице людей. Не будет мобилизации, не будет кому держать фронт. Не будут эти люди, которые вылавливают, я же об этом и говорю, не будут люди, которых вылавливают на улице, держать фронт. Они просто угробят оружие, так им лучше бы их не давать. А вот, ну, у Белецкого люди стоят в очереди в его бригаду. Вот и весь подход. Подход изменить надо, а не вылавливать людей на улице. А тем более в закрытой стране, которая сейчас полностью, чуть ли не в половину, не полностью, где-то в половину потеряла свою экономику и средства к существованию. Еще и границы закрыли. Но это еще одна, кстати, коррупционная схема. Для чего закрыли границы всупорыч нашей Конституции? Для того, чтобы выпускать за определенную мзду, выпускать из этого закрытой движения. То есть создали еще одну коррупционную схему. Вот и все. Опять эта коррупционная схема, в нее были встроены те же военкомы. Ну, это ж все просто, ну, оно лежит на поверхности, здесь его поднимать и так понятно. Человек свободен, он должен свободно выбирать свою стезю и приложение своих усилий. И не все, еще раз повторюсь, я просто летчик-инструктор, я очень хорошо знаю, кого можно научить летать, кого можно научить воевать, а кого нельзя этого сделать ни в коем, то есть никакими методами. Просто это отношение психологии, это отношение определенных генетического строения самого человека в боевые действия или там сложная техника. Не все могут даже на машине ездить. Не то, что там летать или танком руководить. На машине не все могут ездить. Там раздают всем права. А реально, исходя из генетических особенностей организма, не все могут ездить, потому что объем внимания не у всех одинаковый. Он зависит от строения мозга. И эти моменты, они вычисляются, просто у нас этого никто не делает. Ну, ладно, машини, да. Пане Романе, дивіться, от ви сказали про техніку, так? Недавно я бачив таке відео, ну, в мене воно викликало, м'яко кажучи, нерозуміння. Це на Бердянському напрямку, при форсуванні, можна так сказати, річки Мокрі Яли, просто от заїхав танк там,
і втопили танк. Ну от росіяни на цим насміхалися, вони показали це в підсумку відео, тобто я не до кінця вірю, що це можливо, але, на жаль, такі ситуації трапляються, коли, ну, мені здається, що це так само злочинна недбалість, коли інколи вчиняється рішення, ухвалюється рішення там на рівні комбрига або комбата, коли так само танк просто йде на мінне поле, не розміноване мінне поле, або отак от топиться танк, бо це теж мільйони доларів. І ви згадали про техніку, ну, можливо, у вас буде ще ремарка до моїх слів, але наш глядач, от, наприклад, Азов пише, що треба було західну бронетехніку давати досвідченим бригадам, а не новим. У нас, як завжди, все через одне місце. Зараз дуже багато втрат у західній бронетехніці саме через помилки екіпажів. Ви з цим згодні? Ну, однозначно. Так это ж все ложится в ту канву, о которой я говорю. Это стартовая. Да, это продолжение темы просто. Ну, конечно, она ж, вот оно подтверждается. Все. Вот посмотрите человека, которого поймали на улице, который не может, опять, самое интересное, он не специально утопил этот танк. Не, ну, не все в новых же бригадах спимены на улице. Я не об этом говорю. Я просто вот, пусть об этой частности, допустим. Хотя эта частность, она, в конце концов, она такая кардинальная. Поймали человека на улице, который не может, просто не может водить танк, потому что у него не так сложены нейроны в мозгу, у него нет обратной связи. Очень много таких моментов, которые не дадут возможность любого человека, посадив танк, чтобы он мог выполнять какие-то на нем задачи. Даже просто двигаться. Он просто не видит много чего, и объема внимания не хватает оценить обстановку. Но люди разные. И еще раз повторюсь, воевать может один из сотни. То есть вот один из сотни может быть, так сказать, вести танк и еще выполнять какие задачи. А 99 это просто не могут, вы их не научите. Как 999 невозможно научить летать на истребителе. Я же говорю, сам знаю, что это такое. Есть люди, которые просто невозможно научить летать, потому что у него не так он видит пространство, не так анализирует обстановку, у него скорость принятия решений не такая, как нужна, и т.д. и т.п. Это очень много таких моментов профессиональных, так сказать. Потому человека, которого поймали на улице, вроде как научили, приняли зачет и поставили боевую задачу, он его просто взял и утопил. Он не специально это сделал, он даже не понимал, что делает, так как у него мозг не воспринимает определенные моменты. Потому вот куда, почему нельзя, так лучше бы его не трогали, этого человека, и танк был бы живее, так сказать. А его стоимость этого танка, ну уж в тысячу раз больше, чем, допустим, нужно было бы просто поднять финансовое довольствие до 5, 7, 10 тысяч долларов танкисту в месяц, и это всего лишь какая-то там тысячная часть стоимости самого танка. И он бы выполнил задачу на этом танке. Причем выполнил бы, и танк бы целый остался, и еще бы уничтожил врага. Вот к чему я, вот о чем я говорю. Потому это иногда, это лежит на поверхности. Самое интересное, это как дважды два четыре. А почему делают все наоборот через вот то место, о котором говорит наш слушатель? Ну, так это вот вопрос к этим схематозникам, которым важна сама схема. Им же, если сейчас открыть границы и перевести в режим вот такого привлечения правильной мотивации, они же останутся без финансовых потоков. Просто останутся без финансовых потоков, а военкоматы просто не будут нужны, вообще не нужны будут. Надо было не увольнять военкомов, а в полном составе военкоматы отправлять, выполнять боевые задачи, а набор рекрутов передавать. Бачите, как говорят, что никто бы не хотел мати ось цих от схематозників воєнкомів за своїх командирів, ну а вони там на полковничих посадах. Так що таке теж суперечливе питання. Не, все просто, как это очень просто. Вот этот полковник, который не хотел, к которому бы никто не пришел, если бы это была схема вот такая, которую я говорю, просто к нему бы никто не пошел. Стоял бы полковник комбриг 649-й бригады, у него не было ни одного человека. Почему? Потому что к нему не хочет никто идти, потому что он схематозник и т.д. и т.п. И тогда просто-напросто на этом полковнике ставится крест, и он уходит либо в тюрьму, если есть какие-то уголовные дела, либо на гражданку в сельское хозяйство, кстати, берет в аренду землю и начинает ее обрабатывать.